Курочку рябу здесь зовут не просто так. По доброй традиции в библиотеке имени Пушкина накануне Пасхи проводят ежегодный вечер для маленьких читателей с особенностями здоровья. Библиотекари подготовили символичный спектакль, где главные герои попали в сказочный детектив. Вместе с гостями они выясняли, кто же украл пасхальное яйцо. У нас в Национальной библиотеке проходят специализированные мероприятия, где участниками стали детишки из организации «Много дети», «Особые дети». Это мероприятие стало уже традиционным у нас в библиотеке. Его готовят наши работники. Дети отвечали на интересные познавательные вопросы о Пасхе, обсуждали традиции и обычаи праздника, а еще развлекались вместе с ростовыми куклами на веселой и шумной дискотеке. Многодетные семьи уже постоянные посетители Пушкинской библиотеки. Сюда рады вернуться и родители, и дети. Это такое партнерские, да, наверное, отношения в первую очередь, потому что мы являемся площадкой для многих мероприятий. И надо отметить, что мы с огромной радостью сотрудничаем и находим точки соприкосновения, где могли бы быть полезными друг другу. У нас уже сложились несколько традиционных мероприятий, которые проходят в течение года. Вот одно из них как раз сегодня. И есть цикл встреч, лекториев, познавательных каких-то событий. Нет, это не первый раз, когда мы сюда приходим. На Новый год приходили, в прошлом году приходили. Нам здесь очень нравится, здесь всегда весело и интересно. Ксения Бебинова, Павел Толобаев. Наши новости.